Вот все время видео про игры, да про игры, и я решил сменить тематику. Вот в этот раз будет, так сказать, виртуальная экскурсия, я бы это назвал. Так, так скрыть. По Лос-Анджелесу. По Лос-Анджелесу, вот в верхнем левом углу написана улица. Тут, то есть туда же... Так. Тут даже дома номеров, по сути, есть. Да, вот здесь 12649, это номер дома, я не знаю, по сути. Понятия не имею. Так. Во-во-во-во, вот так отлично. Во, можно даже вот так сделать, да? Я раньше думал, что... Ну, я слышал, блядь, типа, людей глочат, то есть людей, ну, люди не отображаются, да, на Google картах. Сейчас приблизим. То есть на самом деле отображаются. Людей только лица скрываются. То есть, может, это сейчас увидим. Так. Управление мне не очень нравится. Полноэкранный режим вроде более-менее. Короче, номера машин скрываются, вроде все, и цензуркой вот эти лица людей. Вон, впереди кто-то идет, да? Вот, то есть, на самом деле, людишки, они скрываются, то есть, вот, да, то есть, людей видно, вот, а лицо вот зафашмачено. На самом деле вообще очень мало людей, на самом деле, вот я заметил, я еще по Москве там посмотрел чуть-чуть, и вот в Лос-Анджелесе, да, на самом деле очень мало людей, если там посмотреть, то есть сколько на свете, там 7 миллиардов говорят, да, 8 миллиардов людей, на самом деле вот очень мало, если вот именно посмотреть, да. Люди в основном только на каких-то скоплениях, то есть там центральные улицы или еще где-то. Так их. По сути нету, даже вот тут посмотри, да, ну ни одного человека нет. Видите? Можно даже посчитать, вот идет Сбербанк, вот бульвар, да? Идет какой-то большой бульвар. Даже людей нет, типа, не считая автомобилистов, да? То есть вообще вот, ни одного человека не видно. Пожалуйста, да? Вот, ни одного. Ни одного человека не видно, то есть где эти 8 миллиардов? 7 миллиардов. Ну вот кто-то ходит, вот раз-два. Все, раз-два человека, да. И вон, вон третий. А там вроде не помню, вот там, помню, не было людей. То есть такое, да? Светофоры, кстати, другие. Не человечки, а руки. Просто красная рука зеленая. Ну, точнее, красная рука, да? Она блокирует движение, как бы. Ну, кстати, вот мусорники у каждого дома стоят, да? Я заметил. Притом три даже. Черный, синий, зеленый, хотя не у всех, у некоторых только один или два. Тоже там типа для батареек, наверное, еще для чего-то, для перерабатываемых или для утилизируемых сразу, типа для разных видов мусора. Да, не у всех три цвета. Вот уже Росавеню. Вообще людей нет, да? Фотография сделана июнь 2016. Лол, так это свежая фотография. Июнь 2016. Вообще свежая. Что это вообще, это дерево или граффити? Непонятно. Баскетбольная хуйня этого дворе. Лол. Да, тут реально даже людей нет. Хотя странно. Так. Пойдем сейчас что-нибудь другое чекнуть. Продолжаем это
Англия. Вот все-таки это не номер домов, я думаю. Походу, да, я что-то спутал, это метры или... Не знаю, метры, может быть. А вот тут 58. 54. Хотя, не знаю, может номер домов. Ладно, вот эта фотография сделана в сентябре 2015-го. Так это Англия, да. Вот тут даже можно сосчитать, да. Узкая такая улица. Раз, два. Вот три, четыре. Четыре человека, да. Четыре, похоже. Ну да. Вот там что-то замазано. Непонятно, может, надписи какие-то. Рекламка, может. Да, то есть люди все должны быть. Только вот сама залит. Алло, смотрите, я фотографию завис твою, это машина вперед. Сами видишься, типа... Типа вот эта фигня, на которой вы вот, видите, кстати, это тень машины гугловской, на которой камера установлена. Вот эта крупная камера. Типа череп вот с этой машиной ехал. Алло. Вон там, о, чётко. Можно даже вот так вот вниз посмотреть. Лондон, Англия. 1385, а 1000, не знаю, что это. Раз, два. Ну и вот тут рабочего дохуя, ну, значит, на остановке. Тут уже тени не видно. Видите, тут замазан участок, на котором вот эта вот машина едет. Стоит сюда на момент. Апрель 2016-го. Фотография сделана. Но тут уже, бля, побольше людей. О-о-о. Все, у меня там буквы в карту упали. Лол. Лол. Это что, хоть секретная территория? О-о-о. Да, там у нас уже какая-то секретная, не знаю, секретная территория была. Там что-то не отображается. Темпл Авеню, Бекингем, это вроде Бекингем, это... Бекингем, блядь. Это Хук. Хук, это походу уже к центру. К центру движется. Все можно приблизить. Некоторые участки не закрашены. Честно, надгроб. А вот, вот школьничек-то. Оглядывается что-то. Смотри, там школьник оглядывается. В школу нельзя зайти. Нет, нельзя. Нихуя, блин, школьник. Нигеры даже есть. Я думал, в Англии нет нигеров. Ну ладно. Так. Сейчас я... Так, вот, искать на картах. Искать, какого у меня английский. Может, Нью-Йорк пишется. Нью-Йорк. Почему русскими буквами? Нью-Йорк. Куинс. Вот Куинс. Нищенский штат вроде. Потом одни не играют. Ну, потом он нищенский, собственно говоря. О, действительно, вот. Негр какой-то идет, да? Куинс.
Бруклин, по мини штат, по район типа Нью-Йорка такой бедный. Там негры живут. Тоже вот видно, что пустые улицы. Вот негр идет. И вот бед негр. Удивительно, что там с гугловской машины этой камеры не спустили. О, едет типа за машиной. Бля, неинтересно. Сейчас, наверное. Сам Нью-Йорк. Нью-Йорк Сити сам. О! Четко. Это типа вот сами небоскребы, Нью-Йорк уже весь в небоскребах. Четко, да. Типа тут океан идет, или что там океан, да. Прям как GTA. Как GTA же там, грубо говоря, Нью-Йорк, да, с Нью-Йорка списано. Нью-Йорк Сити Центр, Мидтаун. Это, да, тут одни типа высотные здания. Четко, да? Тут обычно Бэтмен обитает, вот тут вот, на таких этажах. Сверху, если смотреть, такое чувство, как будто тут все разъебано. После бомбежки. Бля. Велосипедиста преследует. Да, тут дохуя людей, потому что Нью-Йорк Сити все-таки центр, да, то есть это центр. Опять велосипедист. Все, оторвались от него. Прикольно вот эти на самом деле выглядят высотки. Здесь, наверное, недвижимость стоит вот в этих домах. Вот, вот в этом, например. А, это офисное здание. Там, наверное, не живут. Не ходят, вот в этом живут, наверное, вот в этом. Вот в этом должен быть живут. Ширейшин. Аладдин, ебать. Такси Аладдин. Школа рока тоже присутствует. Шоу «Голос». Вот это вот рекламка. О, вот, вот это заебись. Вот это типа самый центр вообще, вот там впереди. Кстати, эта улица не такая и широкая, вот, вот это вот на авеню, да? Если отсюда смотреть, то нихера не широко. На, тут прям дохуя людей, очевидно, везде. Я красную точку смотрел, там это меньше было. О, вот это вообще пиздец, кстати, самый центр. Это типа две стороны расходятся. Там Бродвей и тут Бродвей. А, нет, а тут что-то другое. Да, типа да, 7-я авеню, а там Бродвей. Типа две стороны расходятся. Да, интересно. Так получилось, вот первый ролик такой снял, как-то решил отвлечься. А вот это такая левая тема, да, то есть не про игры. Но, тем более их особо сейчас и нет никаких интересных. Как-то так.